Сводку информации предварим новостью, которую только что принес телетайп редакции. На сегодняшних торгах Московской межбанковской валютной биржи курс доллара вырос на 7 рублей и составил 1992 рубля за 1 доллар. Thank you.
7 рублей. 5. А это будет. Ну, уже обманываем. Так, 4, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пожалуйста. Кирпичики, спички? Да, это будет 4, 8, 65. А сколько стоят они, а? 74 копеек. Это кукурузные? Кукурузные. Да. Нам надо как-то колёса. Ну, давай, так. Подожди, я заставлю тебя. Так, 6. Thank you.
What's going on? Tender? No, stupid Irish. It's shut down. Будьте добры, сметану слышите? Спасибо.
сумку покрупнее надо. Thank you.
Петюню. Взял в Атену. Петюню какая? Вик Бар. Так же похож на Ленина, как я на Мао Цзэдуна. Осмелился 22-го прийти на Арбат. Ладно, ладно.
Гитлер, тебя сейчас убьют здесь. 9 мая, ты сколько? 2 миллиона заработал. 22 июня он на Арбате, представляете? Сами, но он будет бегать по всему полю, говорит, смотря кто у вас эффектив, или вы сможете его схватить. Вот. Представляешь, они бегают по всему полю? Большая. Большая. Даже неплохо, честно. Давай, 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 давай. Беру, беру. Осторожно. Сейчас как с БМВшками закончим. Big money waste. Не дыши за то, что не надо ход. За хмом. Меня фотографируют. Все раз, ведь. Какой раз? 60. Ой, извините. Теперь, извините, документарий. Давай.
Чай, кофе, холодный напиток. Наверное, так сильно это разно. Блять! Ты мне убедорадов! Ты мне убедорадов! Ты мне убедорадов!
Нас обманывала. По ней только нам было ясно. Поэтому мы должны четко... Поймите. Мне дали контактный телефон. Я его с удовольствием вам сейчас передам. Может быть... Ставьте место на кассете. Лучше взять сейчас, перегородите это движение. Специальный ответ Мавроди. Обращение президента МММ Мавроди к акционерам. Слушайте внимательно. К настоящему моменту стало ясно, что ситуация вышла из-под контроля. В сложившейся ситуации продолжать дальнейшую скупку акций бессмысленно. Руководство компании выработало ряд мер с тем, чтобы стабилизировать ситуацию. А именно, с 29.07.94 курс акций МММ устанавливается равным 1000 рублей. Вызвать по микрофону. Кого-нибудь из руководства вызываем. Просим, чтобы Мавроди организовал. До 50 акций, один пункт. Около 10 человек, которые пошли по сами. Добиваемся, чтобы нам по последнему курсу обратили наш адрес. Вы стоите в очереди за обманом? Ну, как сказать, да. За обманом я не стою, я стою. Если я бы я стоял за обманом, понимаете, я бы здесь не стояла, я стою за надеждой.
Это ужасно, что происходит. И насколько серьезно, это никто не знает. Мы все равно рассматриваем все заявления. Комиссия все равно продолжает работать. И... Спасибо. Температура города Москвы большие. Руки прочь от Мавроди! Руки прочь от Мавроди! Руки прочь от Мавроди! Не знаю. Мне бы на работу устроиться вот. Пока. Это предел сейчас, да, счастья? Да в данный момент, да. Примерно так. А по большому счету? По большому. Но это такое понятие растяжимое. Счастье. Ну, все-таки вот хотя бы в материальном плане что нужно вам? В материальном? Денег, конечно. Да. Денег. Деньги не все, наверное. Хорошо, а сколько? Сколько денег? Денег? Так, ну... 500 тысяч.
для среднего человечка, так нашего, ну, надо иметь в год хотя бы 10 миллионов. В настоящее время, чтобы на работу устроить дочку, хорошее место. Нам пенсию и нормальную давали. Все, мы не можем жить. Все. Ну, чтоб богатым бы. Не знаю. Вообще ничего? Да. Совсем-совсем вы счастливы? Счастливы. Для счастья сейчас? Для счастья? Сложный вопрос. Что такое хорошо жить? Это вот вы сами решаете уже. По-моему, это нереально хорошо жить. У нас? Я в данный момент разочарована во всем. Спасибо. Только у меня.